Всем привет! А у нас в Outways тут вышла новая песня под названием «Ты и Питер». Давайте послушаем. Это, правда, только аудио официально. Вот. 2 минуты 40 секунд идет песня. Что-то песни стали очень короткими, если честно. Как бы, типа, исписались все или что. Ну, давайте послушаем. Кстати, почему-то опять на ребят куча хейта. Вот такое ощущение, что всем хейтерам группа что-то лично сделала такое, что они теперь вот постоянно, где бы, что бы они там ни сделали, постоянно будут хейтить, хейтить и хейтить. Да может хватит уже. Давайте слушать песню. As time goes by, I wonder why. No one near, it makes me sad. I could be out, tell me please. I miss the night of dancing with this. Like the last connection, you know if I... Each time I think about my life, I keep wondering why he loved me so much. Hallelujah. To Aria. Очень мало, пока послушал песню, она уже закончилась. Чисто два припева и пару куплетов. Не знаю, я не фанат, конечно, Outways, но привет Расмус тут был, походу. Потому что очень гитарная партия.
напоминает, сейчас вам скажу, я по названию не помню, но там, короче, клип был, где он стоит в бассейне, и там машины вроде вокруг едут. Я вспомню, напишу здесь название, потому что я под названием вообще это не мое. Ну, прям гитара, здравствуйте, Расмус, реально, вот прям четко. А еще мне показалось вначале, как будто на Вилл Ракю Квин песню. Песня такая, она очень легкая, простая, в плане того, что ты, знаете, может быть, под грусть, когда у тебя грустно, ты можешь эту песню послушать, но что прям постоянно на репите, как они поют, то нет, это такая чисто, вот ты приехал в Питер, ее включил, послушал и забыл. Ну, так, наверное. Я не могу сказать, что это плохо, и не могу сказать, что это хорошо, это среднее. Я бы даже сказала, что это, наверное, проходная просто песня. Под нее рюкзаки там всякие шорсы можно поснимать, как раз-таки она залетит, будет очень хорошо, но что прям слушать, не знаю. Для меня это такой текст, который, может быть, лежал очень давно, и они решили такие, давайте запишем, вот так. Я немножечко... Скорее всего, это, наверное, романтическая сторона Wildways, которую, я думаю, что мало кто любит, в плане того, что все же привыкли, что они металкорщики, они не могут ничего другого петь. Вот, наверное, это вот так. Это, я не знаю, как для фанатов, конечно, возможно, они все разочарованы, а может, наоборот, в восторге. Но так как для меня слушатели, которые просто могут послушать их группу, ну, не являясь ни хейтером, ни фанатом, я считаю, что это такая... Когда тебе грустно, ты послушаешь эту песню, либо когда ты поедешь в Питер. Кстати, мне очень понравилось, что там как бы в тексте не слышно буквы между «ты» и буквы, между словами «ты» и «Питер», получалось «ты Питер», как бы я на репите «ты Питер» у меня, ну, типа такого вот что-то. Это прикольно звучит. А так я, наверное, поставлю 6, наверное, из 10. Я не могу сказать, что это плохо, не могу сказать, что хорошо. Есть, бывало лучше, что называется, но... Это романтическая все-таки история, и это надо принимать так, этот факт. И как бы, да, ты хочешь, ждешь от группы, и в этой песне можешь какой-то жести ждать, но этого не стоит, потому что это все-таки романтическая такая история. Все-таки Питер — это у нас романтика больше погрустить, но никак не жесть в этом плане. Поэтому вот так. Не знаю, такие были мои впечатления. Пишите в комментариях, как вам нравится или не нравится вообще эта песня. И всем большое спасибо за просмотр. До скорой встречи в новом видео. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!